как-то за него маловато дали. На самом деле, я думаю, будет больше. Маловато душ. Так, на уровень-то хватит на один, да? И все. Так, тут у нас кто живет? Вы... Анриоки! Здравствуй, друг ты мой. Друг ты мой прекрасный. Да. А, значит, у нас Анриоки и это, и... А, этот, как его там... Мяу-мяу. Как-то так этого, короче, там кота звали какого-то. И не совсем тут все боссы, на самом деле. То есть вот этот вот и еще один. Как бы в игре их гораздо больше. Ой. Ага. То есть он вот так вот умеет. Ну и понятно в целом, как это все даже проходить, я вам скажу. Потому что ты просто как бы вот этих вот четырех убиваешь, ну или хотя бы одного из них. За них получаешь амриту, и за это как бы у тебя довольно много получается сразу этих, ну, духа как минимум ты один раз на одного босса точно можешь призвать, на любого причем. Так, не, давайте мы возьмем все-таки вот это вот, я думаю. Сейчас его нарубим. Этот он хоть помедленнее. Понимаете, чем тот этот мега-быстрый самурай наш? Этот он хоть помедленнее. Поэтому это хорошо. Ну-ка. Ну, на самом деле маловато. На самом деле маловато. Все равно. Так, это же оно у меня самое... Самое мощное, да? Не, ну давай съесть все-таки. Думаю. Можно, конечно, попробовать его на косарегами вообще зарубить. Так, вот у него хоть какие атаки? Вот это дамаг пошел, конечно. Ага. Ага.
Ё-моё. А как это ты тот шарик взял, а? Объясни мне. Он у тебя лежал на лестнице, понимаешь? Он у тебя лежал на лестнице, как ты его взял? Я этого не понимаю. Немножко. Совсем вот так чуть-чуть. Отлично. Отлично. То есть у него одна атака все-таки есть, которая меня ваншотит. Вообще. Замечательно. Ты куда перекатываешься, объясни мне. Уильям. Ты вот куда сейчас перекатывался, а? Я держал куда? Налево. Правильно? Правильно. А ты куда-то там под атаку его перекатывался прям. Так, а стоп, а если я тебе еще оружие этим огнем смажу, то что, ты будешь сильнее бить? Ну не сильнее. Ох. Вот как он попадает, а? У него эти шары, они вообще за 2 километра от него стоят. Вот как он их берет и попадает, а по мне? У него эти... шары, они вот сейчас вот были, они у него, то есть ему надо было как минимум из этого из здания выйти. Это вообще нечестно. И вот в этом еще один, на самом деле, минус него, в отличие от ДС-а. Потому что ДС, он гораздо более честный, то есть там... нету такого, например, что... вот моб... как бы, если этого у него рядом нет, то он этого не возьмет никогда. Особенно в первом. Вот они, он как-то... Ну, это понятно, что да, это Team Ninja, они в целом как бы любят такие битвы. Просто потому что, я не знаю, честно, чем они думают. Потому что вот такой вот нереально, мне просто неинтересно играть даже. Ah.
почти. Уже почти. Вот, вот сейчас там правда, сейчас он туда пошел, как бы его взял. Вот сейчас я вообще как бы не имею претензий, потому что от чего я умер. Я не могу сразу же после своей комбы этот блок поставить тоже. Это вот не очень хорошо. Так, сейчас надо, короче, собраться. Потому что же реально как-то даже нелепо умираю. Во-первых, надо взять вот это. Он мне плюс 16, он мне плюс 12. Так, средняя стойка. Вот так, давайте сейчас попробуем. Не успеваю я это поставить, блок, после этого. То есть его надо сразу... Сразу к нему надо два удара делать, значит, сначала. Потом, это вот, откатываться от этого. Значит, ну, сейчас я покажу вообще. Это сложно вообще как-то объяснить. И вот прикиньте, я бы дошел до сюда с тем моим геймпадом. Ну, по идее, как бы я с ним и дошел. Но, как бы, прикиньте, если бы он у меня был сломанный. Вот, то есть тогда. Жесть. От молнии он больше получает урона, понятно. От молнии, значит. Значит, будем сейчас ставить на него молнию.
Подготовить Джилсу. Талисман молнии. Так, не, погоди. Назначь кнопку. Пускай сюда будет. Вот так вот, да. Потому что я не знаю, к чему. Ну, по идее, Ноя, он не будет же к молнии уязвим, потому что он сам молнии бьет. Как бы такая логика лично у меня. Сглючило? Сглючило сейчас? То есть, ну, просадка это была небольшая FPS. Из-за этого проиграл. Это не блокируется же, да, его атака? Насколько я помню. Отлично. Просто отлично. Исида какой-то там Монасуна. Хрень. Честно, хрень. У этой ведь 653. У нее 647. Ах, господи. Кто делал эту игру, я просто не понимаю. То есть, не, ну я, наверное, думаю, что они думали, что я пойду сначала к этому, потом... Вот к этому Кноя, а потом я уже пойду к этим, к Зёрагума. Так, а ну-ка мы тебя сейчас ослабим, давай. Ага, вот так вот так сделаем. Один. Ну и давайте дальше пойдем. А, не одноразовые, что ли? Вот это круто.
кстати, Бидзенден. Это что такое? Тоже фигня. Даже хуже, чем эти были. Были те, которые... Ну, поняли. А... Так, ну и Ноя. Ну да, правильно я думал. Правильно я думал, что он к этой к молнии неуязвим. Значит, на него нужно как раз к этим копьем. Значит, на него надо как раз копье. Нам правильно? Правильно. Нужно еще попробовать эти поставить талисманчики. Там воды, земли и, соответственно, там всего, что не огонь, как бы, на него. Для начала надо вспомнить, как не уворачиваться. Я вам так скажу. И как его вообще бить, потому что вот его бить, как я вообще не помню, честно. Может, конечно, на него дух использовать. Но не, там будет на самом деле противник один, он куда посерьезнее. На него дух приберегу. Черт! Черт, зараза такой! Ну понятно, да, я вспомнил, что он типа этим лазером бьет, и после этого его можно бить.
Ну понятно. Короче, ждать его этого лазера, потом бить его сильной атакой. Может, даже сейчас убью. Я, конечно, не очень хочу каркать. Но все на это похоже. Все, сдохни. Ну и как-то вот так вот. Значит, теперь что? Теперь что мне делать? Я не знаю. Может, наверх эта дверь открылась там. И сундуки были. А, тут лифт открылся, ничего себе. Так, значит, 30 духа давайте. И даже без духа. Духа даже не потратил. Так, ну давайте, короче. Самурай. Реальный. Так, ну чё? В данный момент не работает. Вот так вот. Just in time. I have resurrected the most feared overlord in all Japan. Nobunaga Oda! Nobunaga Oda! The flames of war will envelop this country once again! Ну давайте. Иди. Ваши войны. А хорошо, конечно, идти на босс, когда у тебя лечилок нету. Кстати, а почему у меня лечилок нету? Почему у меня лечилок нету? Непонятно.
Все, готов. Готов, блин. Зараза такой. Ох, е. Е. Просто е. Я, наверное, все это вырежу. Знаете, так вот, я думаю, сделаю под него, для него, в общем-то, музыку под музыку. Музыку под музыку, нормально сказал. Битву под музыку. Потому что это просто что-то. Это была жесть. Это, наверное, самый сложный босс вообще во всем Нио. Причем он как бы очень хорошо использует ну, игру, скажем так, в свою пользу. То есть он под себя как бы игру поднастраивает очень так классно и здорово. То есть вот бывало... Ну, сейчас, в общем, ролик кончится. Да, я вам расскажу.風流の分からぬつけものよ跳ねた首流れた血も茶の湯も舞も混然たる我が姓ウヌラの神のように復活するも悪うはないが一たび生を受け滅せぬもののあるべきか Fool of a samurai! You wasted my time! Одержимый Стенги Кудзяку. Зеленый дух. Петух какой-то, короче. Нам дал петуха. Сам куда-то ушел. А, теперь надо думать, что нам выкинуть. Только вот так вот. Давайте мы будем думать. Тати Быда, но давайте, да, вот это выбросим. Так, Тати Хоси мы тоже выбросим. Тати Хоси Кири. Тати Хоси Кири. Да, кстати, насчет вот оселков, я понял все-таки, как они это используются. Они используются, в общем-то, так. Вы берете оружие и просто его вот оселками прокачиваете. Это, блин, довольно классно. Да, он один остался. Татихоси, сколько у нас сейчас? 669. И все равно хуже, чем вот это вот мое копье. Ну ладно, давайте, короче, дальше пойдем. Так, это же мы... Это же мы не туда, куда, я думаю, идем, да? Хм. Интересно. А, точно, там же открыты эти двери. Семен Семенович. Так, сюда нам надо. Если тут где-нибудь... Да, есть, отлично. Нужно, значит, сейчас прокачаться. Прям вот по-любому надо прокачаться. На 31, да. Духа. Так, ну этих далечилок мне не дадут, я думаю. Так, ну еще и Келли. Далековато убежал, кстати, посмотрите-ка. Ха-ха-ха.
Да он вообще никчемный. Ой. А-а-а, черт. Он не станется. В этом его проблема. Ну, короче, моя проблема, на самом деле, да, не его, что я его не станю. Значит, будем действовать по той же самой тактике. То есть вот это. И просто не будем его сейчас подпускать. Я думаю, по идее, должно сработать. Так, нет, мне надо. А не дофига ли ты снимаешь, дружок? Идиот. Так, а как он к молнии относится? Вот вам тоже интересно. Мне лично да. Понятно, что плохо. Да, сейчас понять, он лучше к чему. Ну, наверное, он к огню все-таки лучше относится. Мне так чуть кажется. Ой! О! Ничего себе ты удаешь с этим своим змеем! Ёлки-палки, вот я так тоже хочу на самом деле. Жу-жу-жу-жу! И все. Thank you.
Вау. Это что-то новенькое. Ну это реально что-то новенькое. Возможно, это у него появляется, когда это меньше пол хп у него остается. Но это, блин, это вот прикольная у нее штука. Имба, так называемая. Так, надо вообще в этой не жалеть, короче. Верхний стойк сейчас давайте попробуем. Не. Ё. Вот не прикольная эта штука у него совсем. В смысле. Ржет он еще. Еще я не понимаю, может ли он так захват сделать вот этот свой. Потому что если он так может сделать, это вообще не прикольно. То есть, если он только с этим, с этим, с мечом будет на меня так лезть. Да это еще ладно, я еще как-то переживу. Ой. Ну и все. А чё он смеется, и рот не открывает? Вот это мне интересно. Да блин! Ты серьезно? Не хе-хе. Я тебе сейчас такое хе-хе покажу. На, и хе-хе. Yeah.
Все, готов. Ох, ё, что-то мне это не нравится. Мне это вообще не нравится. Ты чё за Змей Горыныч такой? Так, а вот теперь самый главный вопрос, уважаемые зондаки. Нужно ли будет Келли убивать еще раз? А, блин, он снимает, конечно. Ну, конечно, блин, месить его долго надо. Реально. Ой.
Хорошо. Короче, как видите, то это самое, высшая стойка решает. Реально решает. Очень многое в таких ситуациях, я бы сказал. Фух, я устал. Сейчас, наверное, будем с вами попрощаемся. А, и уже будем дальше допроходить. Владелец небесного. Нифига тут вещи. Так, вот это мы, значит, выкидываем сейчас. А, Исида. В смысле, я не могу выкинуть. Значит, вот это. Ружье. Так, ну это копье, но я думаю, оно вряд ли будет лучше. Ну ничего себе тут вещи, я вам скажу. Вот это да, вот это круто. И, в общем, пойдемте мы дальше. Ох, Келли, здравствуйте. Да. Edward Kelly, you will go to Japan. It will be as you command, Sir D. All of this country's Amrita are being taken to him. Not worthless. Great Margot, Ragrit, Nihiti, and Freshen. Thank you.
You finally did it. War is over. With a ninja to span now. No. There are still rogues Fu Min Lord Ieyasu harm. Ninja will serve as long as darkness exists. What about you? I won't trouble you again. I'll disappear. I have no desire to be killed.信長殿はそんなことを言ったか。は。いずれにせよ、お主のおかげで太平の礎を築くことができた。諸将の調略、あやかしの重複、こたびの戦、表裏より、よくぞ支えてくれた。まさに、仁王のごとき働きである。ありがたきお言葉。 安仁は死に申した。こたびの戦における異国の者どもの妖しの騒ぎ、そして霊石の存在を知る者ももはやおりませぬ。頂上じゃ。これより天下は妖しではなく人の世。関ヶ原が真実は知さねばなるまいの。安仁と申す者、 Да не, за что его? А, или они с ним враждовали? Погодите, а что-то я... Ну да, по-моему. Котик, конечно.
Да ладно. Это реально все, что ли? Вот этот прикол. Ну, в общем-то, сразу что хочу сказать про игру. Давайте-ка мы сейчас я, в общем-то, вам так более-менее попытаюсь рассказать. Все-таки она... Она, в общем, копирует этот Dark Souls, но на самом деле она копирует не так, как, в общем-то, надо, и так, как не так, как, в общем, как хотелось. В общем-то, что могу сказать, то как-то, не знаю, я к ней равнодушно очень отношусь. Именно к этой игре, то есть к Нио. Буду ли я проходить DLC? Наверное, да, вот на консоль к себе их куплю, когда... Тогда, соответственно, будем их на канале тоже проходить. Но, естественно, не сейчас, потому что она сложна, как бы, но не по тем причинам, по которым сложна та же самая Souls, любая. Если вот ее взять, вот любую Souls, то есть Bloodborne, Dark Souls любой, Demon Souls тоже возьмите. Они именно сложные, потому что там геймплей, он очень хорошо выверен. Здесь же такого нету. Здесь же тебя обычный моб убивает, вот, как я уже говорил, не знаю, там с одного или с двух ударов всегда. Вот, то есть, опять же, нету этой возможности прощупать врага. То есть понять его как бы слабые и сильные стороны. Просто потому что ты знаешь, что если будет как бы у тебя слабая сторона, этот враг, он где-то там под конец локации сидит. И тебе нужно будет от этого, от костерка идти, соответственно, до него. Соответственно, всех остальных тоже вырубая. Это так не делается, как мне кажется. Потому что вот в соусе там... Там... Вот именно, если как бы не брать Bloodborne даже, почему мне как бы вообще меньше всего в серии Souls, хоть я и как бы, мне он все равно как бы нравится как по сеттингу Bloodborne, но именно вот по, как бы по геймплею он очень сильно выбивается в том плане, что он без щитов, здесь вот тоже, да, нет щитов, поэтому эта игра больше как бы вот именно на Bloodborne похожа. В общем-то. То есть я как бы знаю вообще эту студию, то есть Team Ninja, как вы понимаете, то я уже проходил и НГ, в общем-то, Сигму 2 и 3 вот сейчас прохожу на канале. И, по сути, я в Dead or Alive играл, но все-таки вот Нио, он больше похож на НГ. И вот в НГ там какой-то он вот, ну... Не знаю, если честно. Возможно, я, конечно, когда-нибудь к ней вернусь. То есть, да, я хочу все-таки выбить по ней платину в первую очередь. Чтобы уж так вот наверняка. И, в общем-то, дальше, наверное, я просто на нее забью. То есть, когда у меня будет 100% это достижение и по нее, я просто на нее забью. Как бы то, не знаю, горько не звучало. Но игрушка как бы... То есть вот она хороша, но вот именно не в сравнении с DS-ом, как мне кажется. Вот тут очень классные... Хоть да, вот опять же, да, насчет минусов этой игры, то что здесь очень однообразные локации, и очень... Хоть и оригинальные, но все равно очень однообразные враги. То есть те вот именно ниндзя, которых мы, ну, вот эти скелетоны, которых мы убивали там в самом-самом-самом начале, они тут под конец игры спокойно могут появляться. Вообще абсолютно. Вспомнить, например, то же самое первый DS, если, то там для каждой, по сути, локации был аж свой враг. Иногда, очень-очень-очень иногда они повторялись. То есть, если, например, вспомнить там Honor Londa, там эти рыцари, которые серебряные, которые эти огромные, эти химеры. Дальше вспомнить крепость Сена, там эти змеи-люди были. Вспомнить там, где Квелек была, там эти такие все зараженные, прокаженные вот этой всей чумой. Вспомнить там, если еще ниже спуститься, там руины демонов, там вообще какие-то каменные. Там вообще там как бы как боссы. Боссы это как бы как обычные НПСы. Бывают, то есть те же самые эти демон-капры, демон-тельцы, да? Здесь же такого нет. Здесь же, вот опять же тоже... кишкообразные уровни. То есть где-то знаешь, что есть только один вход и один выход.
Ну и плюс ко всему, как бы здесь вот на каждого босса у меня уходило... Ну, сейчас, по сути, это не считается. То есть я не могу, конечно, сказать, что у меня ушло там на Ода Нобунагу довольно много времени. Это уже понятно почему, потому что я уже довольно устал. То есть там 4 боссов убил. А здесь же у меня уходило где-то 1.5 часа на босса. То есть, ну, не знаю, там, может, там чуть-чуть побольше, там, не знаю, там, 1.5 часа 45 минут. Вот так вот я скажу. И как бы насчет этого, что я могу сказать, то в третьем DS, обращаю ваше внимание, что, то есть, я поиграл уже в первую и вторую в демона перед этим, у меня на Хранителе Бездны ушло где-то 7 часов. Нормально, да, при первом прохождении? То есть это, надо сказать, очень круто. Так вот, мне интересно, они по новой, что ли, пошли? А, нет, уже заканчиваются титры. Ну, в общем-то, такая вот игра. Все-таки, да, еще будет последняя часть, завершающая. Наверное, где-то там уже скоро я ее тоже выложу. Но именно сейчас я ее записывать не буду. И вновь свобода, что там у нас? Окей. Глава Элюэни Короля Демонов пройдена. Глава Самурай Саваямы пройдена. Уровень 10 достигнут максимально. Вакуум предмет. А, это за владельца небесного нам дали, да? Хранитель пламени, ну это уже было. В общем, понятно. Ладно, ладно, ладно. И, соответственно, естественно, я как бы не советую вам брать из-за нее PlayStation 4. Вот Bloodborne, реально... Ну, во-первых, потому что Нио уже есть на ПК, из-за этого я им не советую брать PS4 из-за нее. А во-вторых... Ты наконец-то победил Келли и вернул Сирш, но моя работа еще не завершена. Встреча на том берегу. А, вот глаза королевы, вот это будет последнее. Вот, а вот из-за Bloodborne я вам рекомендую все-таки взять PS4, потому что он уже реально не выйдет никогда на ПК, это то есть 100%. Так, а этот, он что, завершился что ли вообще? Гора Раскаяния. В общем, ладно, я думаю, мы на этом с вами попрощаемся. Англия, 1603 год. Война против Испании и Ирландии затянулась, и королевская казна трещит под грузом военных расходов. К мучающим жителей Англии высокими налогами и плохим урожаем добавились смерть королевы Елизаветы. В общем, на этом я с вами прощаюсь. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, оценивайтесь, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте друзьям, смотрите также остальные мои видео. Всем до скорой встречи и всем до свидания. Всем пока.